Время новостей на телеканале «Звезда». В студии работает Капиталина Зинкевич. Здравствуйте, и сегодня в эфире. Положительных эмоций на несколько лет вперед. В Новополоцке прошла итоговая встреча руководства города с ребятами из Лисичанска. Уже 2 января делегация отправится домой. 2023 станет годом возможностей. В Новополоцке проанализировали выполнение прогнозных показателей социально-экономического развития за 2022 и определились с приоритетными направлениями на будущее. Итоги года уходящего и планы на наступающий. Интервью с главой Новополоцка Дмитрием Демидовым. Перейдем к подробностям. Беларусь живет в предвкушении Нового года. Сейчас все хлопоты, в том числе вокруг подарков близким и тем, кто больше остальных нуждается в заботе и внимании. Белорусы в очередной раз демонстрируют щедрость, поддерживая благотворительную акцию «Наши дети». Планируется, что ее участниками станут около 1 миллиона мальчишек и девчонок со всей страны. Готовы наши люди организовать новогоднее чудо, и для ребят из других государств это особенно почувствовалось в декабре этого года, когда в нашу страну на отдых прибыли делегации детей из Донбасса. Так, 43 ребенка из Лисичанска отправились в Новополоцк. В городе они почти 3 недели. И каждый день их пребывания наполнен всевозможными событиями и яркими эмоциями. Свои впечатления школьники озвучили на итоговой встрече с руководством Новополоцка. Что увезут с собой ребята, знают мои коллеги. Декабрь – это маленькая жизнь. Так могут смело перефразировать строки из песни уроженцы Лисичанска. Последний месяц года для 43 ребят с Луганщины оказался богатым на путешествия и эмоции. 12 декабря они впервые ступили на белорусскую землю. Возможность отправиться на отдых и восстановление в страну-соседку появилась у детей в том числе благодаря фонду Алексея Талая. Первое впечатление – горячий прием в Новополоцке. Мальчишек и девчонок встречали как родных. Да и на протяжении последующих 3 недель ребята ощущали тепло и участие местных жителей. Если честно, то прием был очень теплый. Даже непривычно как-то вот после такой всех ситуаций. Грубо говоря, как так много людей было. Когда мы попали в школы, дети тут, как у нас, веселые, отзывчивые, тепло приняли все. То есть относятся очень хорошо. Очень тепло нас встретили, очень тепло. Даже с поезда нам в поезде дали пирог. Женщина сказала, она сама пекла ночью. Вот нас угостили пирогом. Вот это первое впечатление уже о людях было, что они добрые, хорошие. И потом мы тоже приехали, нас очень тепло встретили. Тоже пирог, вот танцевали, нам спели. Дети крутые, реально люди крутые. Мне очень понравилось здесь. Самое яркое впечатление – это из-за того, что люди так встречают дружно, вообще непривычно. Они такие дружелюбные, задарили подарками все это. В школе тоже понравилось сильно. Дети просто вообще классные. Вот у меня в классе Кристалл, она просто так, она красивая, крутая. Сказать, что программа пребывания ребят из Лисичанска в Новополоцке была насыщенной, ничего не сказать. Каждый день был наполнен всевозможными событиями. Из обязательного – учебный процесс. А вот дальше – длинный список из творческих, спортивных и познавательных мероприятий. Многое оказалось для юных лисичан с приставкой «впервые», как, например, посещение бассейна. В родном городе у них такого развлечения нет, поэтому водные процедуры в Новополоцке стали одним из ярких впечатлений от поездки. Но не единственным. Очень хорошо запомнился Ледовый дворец, когда мы катались на коньках. Потом дискотеки – это самое лучшее просто. Вообще уезжать не хочется вообще. Хочется остаться тут жить навсегда. Конечно, за родными соскучились. Вот, это единственное, наверное, почему хочется вернуться. А так все очень круто, весело, друзьям, много новых друзей. И, в принципе, те, что ребята с Лисичанска и в школах новых, там, где мы учились. Вы знаете, мне вот так вот у вас понравилось. У нас в Лисичанске, конечно, такого нет. Вот этот вот стол для меня прям могло бы в Лисичанске существовать только в сказке. Мне очень понравилось пребывать в вашем городе. Очень сильно. Я уеду отсюда с очень хорошим впечатлением, так как тут очень красиво. Особенно ночью, когда все горит, все красиво, ярко. Здесь очень комфортно, все люди очень добрые, хорошие. Тут очень тоже приятно находиться. Также будет много фотографий и всяких поездок. Мы
посещали много музеев, всяких мероприятия были много, дискотеки, то есть все, что, чтобы ребенок был веселым. Дети очень довольны, у детей столько эмоций, программа очень насыщенная, у нас не было свободной минутки вообще, чтобы мы просто занимались, были предоставлены сами себе. Мы столько нового узнали о вашем городе, наверное, больше, чем я знаю о своем за этот 21 день. Нас так тут любят, уважают, ценят. Мы очень рады, довольны, что мы посетили Беларусь, и мы надеемся, что мы будем продолжать дружить, и когда-то, когда у нас в Лисичанске все наладится, мы пригласим обязательно в Новополоск к себе в гости. О своих новогодних каникулах в Новополоцке сегодня ребята рассказывают руководству и депутатскому корпусу города. Скорее даже делятся впечатлениями и яркими моментами. Показывают фотографии и видео, а их за 3 недели пребывания в белорусском городе немало. Как и подарков, к слову. Для принимающей страны такая обратная связь приятна. Ведь в Новополоцке сделали все возможное для того, чтобы ребята вернулись в спокойное, беззаботное детство, которого они, к сожалению, лишены. Ну, это, наверное, серьезное было испытание для всех нас, потому что с той отдачей, с которой наши предприятия, просто люди откликнулись вот на чужую боль, ну, это дорогого стоит. И наши новополчане проявили себя, конечно же, с очень такой человечной, гуманной стороны. И я горд тем, что вот у нас в городе такие люди, потому что наши ребята были окружены заботой, вниманием, теплом, подарками. И это все делалось от чистого сердца. И, конечно, для нас это тоже своеобразный урок. Урок расстановки приоритетов и понимания ценности мира и согласия и единства в обществе. 2 января ребята из Лисичанска отправятся домой. Но до этого их ждет Новый год в кругу семьи. Это еще один новогодний подарок, организованный всеми новополочанами. Последние надеются, что эти 3 недели стали для юных лисичан возможностью перезагрузиться, успокоиться и вновь почувствовать, что такое мирная, счастливая жизнь. К другим новостям. Сильные регионы должны стать локомотивом экономического развития всей страны. Такие приоритеты были расставлены президентом Александром Лукашенко еще в 2021 на 6-м Всебелорусском народном собрании. В данном вопросе показателен каждый год ближайшей пятилетки, каким выдался 2022. В эти дни обсуждают в разных уголках Беларуси. Для Новополоцка в целом год заканчивается на положительной ноте. Из 13 показателей удалось выполнить 8, как подчеркнули местные депутаты на этой итоговой сессии. Экономика города в очередной раз показала свою жизнеспособность, хотя проверяли трудовые коллективы на прочность на протяжении всего 2022. Самым серьезным стало испытание санкциями. Выход удалось найти благодаря переориентации рынков сбыта, освоению новых видов продукции, включению в кампанию по импортозамещению. Важный результат года – взятые социальные обязательства выполнены, плюс сохранены трудовые коллективы. Доказательства в цифрах. Уже известны прогнозные показатели для Новополоцка на 2023, а о планах на следующий год также зашла речь на итоговой сессии. Акцент в Новополоцке будет сделан на динамичное развитие экономического блока. Если мы говорим о том, что 2023 год – это год возможностей. Действительно, для многих предприятий, для коллективов – это возможность переориентировать свои рынки, открыть новое дело, создать новые рабочие места. Поэтому для города очень важно, во-первых, инвестиции, создание рабочих мест, создание новых предприятий с численностью от 100 и более человек, развитие малого и среднего бизнеса и, конечно же, рост заработной платы. Это один из главных показателей. Ну и надо отметить, что все-таки такая целенаправленная работа депутатского корпуса принесла свои результаты, и бюджет у нас на следующий год бездефицитный. В сумме 199,8 миллиона рублей. Бюджет сохранит свою социальную направленность. При этом большое внимание будет уделено капитальному строительству. Кроме того, увеличено финансирование на благоустройство, что особенно важно в контексте предстоящего юбилея Новополоцка. Из серьезных проектов предстоит обновить стадион «Атлант». В целом же, с учетом имеющихся кадрового потенциала и ресурсов, 2023 обещает быть для города насыщенным на важные события и богатым на новые трудовые и не только свершения. К слову о том, каким запомнился уходящий 2022 год для главы Новополоцка Дмитрия Демидова и что ожидает председатель горосполкома от года юбилейного для Нефтеграда 2023, мы узнали, лично пообщавшись с Дмитрием Владимировичем.
Дмитрий Владимирович, Новополоцк уже погрузился в новогоднюю атмосферу. Для вас, как для главы города, его жителя, каким запомнился уходящий 2022? 22-й год, который мы сейчас уже провожаем, конечно, наверняка запомнился целой чередой очень ярких, интересных событий. И наша жизнь и в экономике, и общественная жизнь была наполнена этими мероприятиями. В первую очередь, этот год ознаменовался проведением всенародного референдума по изменению Конституции Республики Беларусь. Тот запрос, который существовал в нашем обществе на изменение политической системы, на определение наших ориентиров, укрепление роли духовной нравственности и роли семьи и всех этих вот скреп, на которых строится история нашего народа, они нашли отражение в новой Конституции. И, конечно, с удовольствием можно отметить, что новополчане приняли самое активное участие как на этапе подготовки этого референдума, на этапе внесения изменений в Конституцию, так и в ходе непосредственно проведения этого референдума. Также этот год был объявлен президентом нашей страны как год исторической памяти. Ну и по событиям этого года, конечно, можно сказать, что мы все, наверное, вспомнили, что история – это не добрая учительница, а строгий надзиратель, который очень серьезно спрашивает за невыученные уроки. И истории свойственно развиваться по спирали. События, которые происходят в нашей стране, вокруг нас, это еще раз подтверждают. Если говорить применительно к нашему городу, то, конечно же, для каждого из нас этот год стал годом испытаний. Потому что те позитивные ожидания, которые мы имели на начало года, и они были связаны с реализацией крупных инвестиционных проектов на нашем градообразующем предприятии, с выходом на стабильную работу в промышленном секторе, сменились такими тревожными симптомами после того, когда в феврале 2022 года в отношении Республики Беларусь и в целом, и в отношении нашего градообразующего предприятия «Нафтан» были введены очень суровые, жесткие санкции. Причем санкции не ограничительного характера, а действительно такие убийственные. И целью их являлось уничтожение целых стратегических отраслей нашей экономики. Какие-то предприятия, которые завязаны на работу с «Нафтаном», само градообразующее предприятие, вовремя сориентировались. Некоторые предприятия, наверное, в меньшей степени на себя почувствовали эти санкции. Но в целом, благодаря той поддержке, которая была оказана со стороны руководства нашей страны, со стороны правительства, со стороны руководства облсполкома, эти негативные моменты, связанные с санкциями, были преодолены. Ну и, конечно же, очень высока роль и наших трудовых коллективов, руководящего состава, рабочих на местах, инженерно-технического персонала, потому что удалось вовремя сориентироваться, удалось найти новые каналы сбыта, новые рынки сбыта. Сейчас активно приступили к решению вопросов импортозамещения. И в целом уже к концу года, конечно, мы с удовлетворением можем говорить, что экономика нашего города выстояла, и более того, она показывает прирастные темпы. И в условиях тех испытаний, через которые нам пришлось пройти, конечно, это очень серьезный показатель. На данный момент наш флагман промышленности, акционерное общество «Нафтан» работает с прирастными темпами, успешно решает задачи по импортозамещению своей продукции, уверенно смотрит на перспективу и планирует новые инвестиционные проекты, которые направлены на развитие нефтехимической отрасли не только нашего города, но и всей страны. Флагман строительной отрасли наш, ТРЕС номер 16, тоже с честью выполнил все задачи, которые были ему поставлены по вводу жилья не только в городе Новополоцке, но и в других регионах Витебской области. И сейчас уже имеет сформированную производственную программу на следующий год. Это значит, что трудовой коллектив будет обеспечен работой, а предприятию будет обеспечена финансовая стабильность. Также хорошие темпы экспорта и прироста по объему промышленного производства показывает наш завод-измеритель. И надо сказать, что тот портфель заказов, который сформирован, требует сейчас от нас расширения производственных мощностей, подбор новых кадров. И также коллектив почувствовал уже на себе те выгоды, которые дает ему вот эта грамотная работа с учетом сложившихся санкций в условиях, когда западные конкуренты ушли с рынка Беларуси и с рынка России. Конечно, в итоге можно сказать, что те санкции явились, конечно, для нас очень серьезным вызовом, но они предоставили нам окно возможностей. И к чести наших предприятий, надо сказать, что они максимально эффективно используют эти представленные возможности и работают над тем, чтобы осваивать новые ниши рынка и развивать свои предприятия.
Ну и стабильная и уверенная работа экономики, конечно, позволила нам достаточно успешно сработать и в социальной сфере. В принципе, формируется достаточно успешный городской бюджет. Мы выполняем все наши социальные обязанности перед бюджетными учреждениями, работниками бюджетных учреждений. Стабильно работают отрасли образования, медицины, спорта, культуры. Мы выполнили все намеченные планы по текущему капитальному ремонту жилого фонда, по благоустройству и озеленению. Поэтому, в принципе, в плане социально-экономического развития, я считаю, что город сработал неплохо. Конечно, есть задачи, над которыми надо будет поработать уже в следующем году. Это и привлечение инвестиций, и наращивание экспорта. Ну, это те задачи, которые обеспечат нам уже хороший задел на дальнейшее успешное развитие. Также, конечно, этот год запомнился яркими выступлениями наших спортсменов, наших деятелей культуры на республиканском и международном уровне, яркими их победами. Поэтому они тоже давали нам повод для гордости. Ну и в целом надо сказать, что, конечно, 22-й год – это не рядовой, не ординарный год. Он, безусловно, запомнится всем нам, но и мы будем вспоминать его с чувством достоинства и гордости. Ну, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что самым долгожданным и ярким событием этого года для новополчан непосредственно стало открытие в ноябре этого года моста через реку Западная Двина, такого долгожданного, который, безусловно, упорядочил наше транспортное сообщение с правым берегом, с нашими микрорайонами Боровуха, Междуречье. И, безусловно, хочется сказать еще раз слова признательности, благодарности как строителям, которые занимались возведением этого мостового сооружения, так и нашим людям, которые активно откликнулись и приняли участие, самое активное участие в наведении порядка в благоустройстве прилегающей территории. Для Новополоцка наступающий 2023 особенный. В июне город отметит 65-летие. Есть ли какие-то особые ожидания от юбилейного года? Безусловно. Конечно, как и каждый юбилей, 23-й год нас настраивает на особое отношение к вопросам благоустройства, украшения нашего города, к выполнению и показателей социально-экономического развития. Безусловно, уже часть планов мы начали реализовывать в текущем году. То, что касается вопросов где-то проектирования, где-то оформления. Но, тем не менее, следующий год, конечно, потребует от нас очень серьезного, ответственного подхода и объединения наших усилий. Ну, для того, чтобы этот год был по-настоящему запоминающимся, и мы могли порадовать новополчан новыми объектами благоустройства, чтобы город был чистый, красивый, ухоженный. Ну и, конечно, мы запланировали начало строительства новых социальных объектов и модернизацию существующих. То, что, наверное, уже назрело и находится на особом контроле у наших новополчан. Мне не хочется раскрывать все карты, секреты, да, но, тем не менее, этот год, я думаю, что мы начнем уже с буквально первого месяца 2023 года подготовку к этим мероприятиям. Ну, а то, насколько мы продвинемся, насколько мы успеем все это сделать, конечно, зависит от всех нас, потому что мы очень рассчитываем и на поддержку как предприятий, так и всех новополчан в проведении этих мероприятий. Безусловно, мы прорабатываем сейчас вопросы, связанные с организацией новых творческих проектов. Проектов, которые еще не были реализованы в нашем городе, которые будут оригинальными проектами не только в городе, но я думаю, что и в целом в республике. Ну и, конечно же, наши традиционные творческие проекты, наши мероприятия, приуроченные к памятным датам, они тоже пройдут на высоком уровне, я в этом убежден. Опять же, как мы проведем этот год, с какими результатами мы подойдем к юбилею, каким будет наш город, во многом, конечно, зависит от всех нас, от нашей сплоченности, от нашей нацеленности на единый результат. Дмитрий Владимирович, до наступления Нового года остается совсем немного времени. Что бы хотелось пожелать новополочанам в новогоднюю ночь? Дорогие новополочане, в эти минуты каждый из нас вспоминает самые яркие и добрые мгновения уходящего 2022 года. Мы благодарим его за все хорошее, что с нами случилось, за опыт, который приобрели, за любимых, родных и близких, которые были опорой в трудные моменты и разделяли с нами радостные и счастливые дни. Это и есть самое бесценное богатство и залог того, что все задуманное нами, наши лучшие ожидания и надежды исполнится. А наш Новополоцк и наша Синёвка и Беларусь станут еще краше и богаче.
Главное, чтобы все были здоровы. На нашей земле был мир, а в наших семьях царили согласие, счастье и любовь. С праздником, дорогие друзья! С новым 2023 годом! Провести Новый год весело и дружно во всех регионах страны готовят танцевально-развлекательные программы. Новополоцк не остался в стороне. Здесь праздничное шоу пройдет на площади строителей 1 января с часа до 3 часов ночи. Организаторы обещают хороводы вокруг городской елки, интересные конкурсы с призами и хорошее настроение. По традиции, по периметру площади будет организована зона безопасности. Правоохранители напоминают, что через обустроенные пункты пропуска нельзя проносить колющие, режущие, взрывоопасные предметы. Также на время проведения праздника уже с нуля и до 3 часов в городе будет ограничено движение транспорта, кроме общественного, по улице Молодежная, от перекрестка с улицей Юбилейная до перекрестка с улицей Кирова. На этом, дорогие зрители, мы завершаем информационное вещание в 2022 году. Редакция телекомпании «Вектор ТВ» благодарит каждого, кто на протяжении уходящего года был рядом. Вас, зрителей, всех тех, кто ежедневно помогал создавать информационный контент, наших партнеров и коллег по цеху, кто всегда подставлял плечо. От себя лично благодарю всю немногочисленную команду редакции, кто 24/7 горит любимым делом. Пусть в 2023 исполняются все задачи, задуманные желания. Планы реализуются, а творческий запал не гаснет. Здоровья вам и вашим семьям, горящих глаз и улыбок. Пускай год черного водяного кролика станет для каждого счастливым. А на сегодня у меня все. Напомню, просмотреть наши программы можно в любое удобное время на YouTube-канале телеканала «Звезда». Актуальная информация также в наших аккаунтах в социальных сетях. Сейчас не переключайтесь, я передаю слово нашим коллегам с телекомпании «Воен-ТВ». Вашему вниманию новости в форме. Это новости в форме. С вами Анна Чижлита. Здравствуйте. Вчера на территорию Беларуси упала украинская ракета от комплекса С-300. О происшествии немедленно был проинформирован глава государства Александр Лукашенко. Воздушная цель была поражена силами войск противовоздушной обороны. Обломки обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. По поручению президента Беларуси сформирована группа специалистов из числа сотрудников Министерства обороны и Следственного комитета, которые работают на месте происшествия. В Осиповичской артиллерийской бригаде прошли контрольные занятия по управлению огнем с боевой стрельбой. Военнослужащие успешно выполнили задачи. Разведка целей и корректирование огня осуществлялись во взаимодействии с расчетом беспилотного авиационного комплекса «Суперкам». В Слуцке состоялось открытие здания клуба и спортивного зала железнодорожной бригады. Новый объект включает зрительный зал на 500 посадочных мест с современной видео- и светозвуковой аппаратурой, тренажерным и многофункциональным спортивным залом, помещением для игры в бильярд и настольный теннис. Военкомат Минского района ищет родственников ветерана Михаила Майорова из Острашицкого городка. Его медаль за боевые заслуги обнаружили в Боровлянах. Награду ему вручили в 1945 году, когда он служил шофером 21-й гвардейской подвижной ремонтно-мастерской гвардии младшим сержантом. Если вы обладаете какой-либо информацией о родственниках ветерана, сообщите в военкомат Минского района. Это были новости в форме. Смотрите нас в новом году на телеканале «Звезда». До встречи! We'll be right back.